Ирина, здоров опять. Здоров. Ну, слава Богу. Где твои домочадцы? Карают? Карантин. В изолятор поместил. Бабушки. Мара убежала. Сейчас надышим. Да. Дышите. Глубже. Царю небесный, утешителю души истины, и жизни сердце, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, прибудь с нами. Наполни уста наши, Господи, добрыми словами, сердца наши любовью к Тебе и ближним. Тебе слава, воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Да, да, сразу, да. Сюда проходи. Проходи. Крестно. Сюда иди. Толкование на сегодняшнее евангельское чтение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 по 33 стихи. Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славе Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Толкование. Так как первое пришествие Господа было неславно и сопровождалось бесчестием и поруганием, то о втором Он говорит, когда приидет во славе Своей, ибо второе пришествие Его будет сопровождаться многою славою и страхом великим. Воинство ангельское будет служить Ему. Прежде всего Господь отлучит святых апостолов и всех праведных от грешников, освобождая их от грядущего страха, и потом, поставив, будет говорить к ним. Овцами называет святых по кротости их, и потому что они доставляют нам плоды и пользу, как овцы, и дают пищу, шерсть и молоко, то есть пищу учения и покров духовной одежды. Грешников же называют козлищами, потому что и они ходят по стремнинам, и они беспорядочны и бесплодны, как козлища. Евангелие от Матфея, 25 глава, 34-40 стих.
Тогда же скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Толкование. Господь не прежде рассуждения награждает или наказывает, потому что Он человеколюбив, а этим и нас научает тому, чтобы не наказывать прежде исследования дела. Таким образом, после суда наказанные будут еще более безответны. Святые называются благословенными, как воспринятые Отцом. Господь именует их наследниками царства, дабы показать, что Он делает их общниками Своей славы, как чад Своих. Ибо не сказал: «Примите, но наследуйте», как бы некое отеческое имение. Называет меньшими братьями или учеников Своих, или всех вообще бедных, так как всякий бедный – потому уже самому брат Христа, что Христос жил в бедности. Заметь здесь правосудие Божие, как Господь восхваляет святых, а вместе и их благомыслие, как по скромности они не признают себя питателями Господа. Но Господь относит к себе самому то, что сделано для бедных. Евангелие от Матфея, 25 глава, 41-46 стихи. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Толкование. Стоящих слева Господь посылает в огонь, уготованный дьяволу. Так как демоны безжалостны и вражески расположены к нам, то прилично осуждаются на то же наказание люди, имеющие такое же свойство и за свои дела, подвергшиеся проклятию. Заметь, что Бог не для людей уготовал огненное мучение, а для дьявола. Но я сам себя делаю достойным мучения. Представляя сие, вострепещи, человек. Вот посылаются эти люди в муку не за то, что они блудники, или убийцы, или хищники, или совершили другое какое злодеяние, а за то, что не сделали никакого добра. Ибо если внимательно рассмотреть, то хищник, или тот, кто много имеет и не оказывает милости, хотя бы
явно и не делал никакой обиды ближнему. Все, что имеет, он более надлежащего похищает у требующих. Если они не получают от него, потому что когда бы он отделил это для общего употребления, они не нуждались бы и теперь нуждаются от того, что он запер свой излишек и присвоил его себе. Таким образом, немилостивый осужден будет, как похититель, ибо столь многих обижает, сколь многим может благотворить и не благотворит. За сие-то и пойдут такие люди в муку вечную, никогда не скончаемые, а праведники в жизнь вечную. Ибо как святые имеют непрестающую радость, так и неправедные непрестающее мучение, хотя Ориген и баснословит безумно, обольщая неопытных, что будто бы есть конец наказанию, что грешники не вечно будут мучиться, что некогда очищенные мучениями будто перейдут в то место, где находятся праведные. Но слова Господа ясно обличают такую безумную мысль. Господь говорит о вечном наказании, то есть непрекращаемом, и сравнивает праведных с овцами, а грешников с козлищами. Как козлу никогда не бывать овцою, так и грешник в будущем веке никогда не очистится и не будет праведным. Кромешная тьма, будучи удалена от божественного света, потому самому и составляет самое тяжкое мучение, что она удалена от Бога. Можно представить на это и следующую причину. Грешник, удалившись по грехам своим от света правды, и в настоящей жизни уже находится во тьме, но так как здесь есть еще надежда на обращение, то эта тьма и не есть кромешная. А по смерти, если он не покаялся, настает истязание, и его окружает кромешная тьма. Ибо надежды на обращение тогда уже нет, и наступает совершенное лишение божественной благодати. Пока грешник здесь, то хотя он и немного получает божественных благ, разумея чувственные блага, но все еще раб Божий, потому что живет в дому Божием, то есть между творениями Божьими, и Бог питает и сохраняет его. А тогда он будет совершенно отлучен от Бога, не имея участия уже ни в каких благах. Это и есть тьма, называемая кромешною, в противоположность теперешней, некромешной, когда грешнику еще остается надежда покаяния. Итак, бегай немилосердие и твори милостыню, как чувственно, так и особенно духовно. Питай Христа, алчущего нашего спасения. Впрочем, если ты напитаешь и напоишь также алчущего и жаждущего учения, то и тогда ты напитал и напоил Христа. Ибо вера, живущая в христианине, есть Христос, а вера питается и возрастает посредством учения. Если также видишь странного, то есть удалившегося от Царства Небесного, то веди его с собою посредством научения, входи сам и его вводи, чтоб, проповедуя другим, самому не погибнуть. Если кто совлекся одежды нетления, принятой в святом крещении, и обнажился, то облеки его, Римлянам 14.1, заключенного в темнице, то есть в этом мрачном теле, посети, просвещай его, как бы некоторым светом своим наставлением. В
все сии виды любви совершай и телесно, и особенно духовно, ибо как мы состоим из двух частей, из души и тела, то и дела любви должны совершать двояко. Господу нашему слава. Аминь. Пока не спешите детей уводить, я хочу поделиться своими, так сказать, размышлениями, своими впечатлениями от того, что произошло со мной буквально вчера и сегодня. Давно не верю в случайности, все закономерно. И для меня это стало закономерно после первой встречи с Игнатием Тихоновичем, когда 12 июля 1990 года, когда я уверовал окончательно и стал веровать по Евангелию. Вот. Значит, случайности нет, и это закономерно. Александр Марьясов, брат наш, переслал мне ссылку на фильм в интернете. Фильм называется «За толстость потеряйте». Ссылка такая. Игнатий один, Лапкин один. Я посмотрел, это 94-й год, Красноярская студия. Ну, профессиональный, высокопрофессиональный фильм. Если не смотрели или смотрели и забыли, пересмотрите. Это 25 лет, почти четверть века назад. И сопоставьте наставников, которые мы видим на экране 25 лет назад и сегодняшних. Что изменилось в них? Они стали только мудрее и опытнее. Сколько сделано ими и сколько сделано нами за это время, сопоставьте. И где наша первая любовь к Слову Божию, к нашим наставникам? А теперь наши наставники уже теперь не наставники. Теперь мы уже сами с усами. Теперь мы уже такие опытные, такие мы многознающие. И вот когда я с этой позиции рассматриваю, то понятно становится, от чего люди, многие ушли. И еще уже многие на пороге этом уходящим. Я тоже соблазнялся, но написано, и знаем мы, что мы видим человека согрешающего, а Бог видит кающегося. И сегодняшняя проповедь как раз к этому же. Не злословьте брата своего, ибо можно очень легко похулить Духа Святаго. Не осуждайте, да не судимы будете. И не судите, не осуждайте. И когда я соблазнялся, я бежал сразу же на исповедь. Делаем и все это. И всегда ли. Призываю вас к этому. Вот в преддверии Великого Поста это особенно актуально. Батюшка нам всегда говорит, хотя бы от одного греха нам отстать за один пост. Ну, а теперь о болящих. Болящие это все те же у нас. Но вот Таня еще муха заболела у нас. Инфекция в ней попала. И болеет она. Дмуха Таня, да. Ну, за Татьяну Новикову тоже продолжайте молиться. Марина у нас заболела, Дыбунова. Простуда, да? Ну вот, вот так все бабушки наши, все живы. Пока живы, все нормально, но... Да, конечно. Надо будет Раису Николаевну посетить. Любовь Петровна звонила тоже, говорит, чуть не умерла. В плохом было состоянии таком. Ну, вроде бы еще вот позвонила, то что я отошла маленько. Ну и постоянно, опять же, призываю, каждый раз буду говорить, вы помните всегда брата Сергия в Воронеже, его маму Татьяну, нашу дорогую сестру Анастасию. Несите на крыльях молитвы постоянно. Еще кто там остался у нас не
Не вспомянуты из болящих или все? Детки здоровы, все. Все здоровы, детки. Слава Богу. Меня что еще в этом фильме, о котором я сегодня упомянул, меня особенно поразило то, что вот когда Игнат Тихонович рассказывает о катакомбах, которые там были вырыты в Потеряевке, вместе лагеря, и как дети там хранили эту тайну от всех, и как они были наполнены страхом Божиим, как они молились со слезами, чтобы в ближайшее время Антихриста пережить, чтобы не предать Иисуса Христа. Это просто вот меня более всего поразило. Как наставили детей в то время так, что они там вот в этих катакомбах молились и вот со слезами просили Господа, чтобы Господь избавил их от этого. Дай Бог нам страха Божия всем и нашим детям. Да. Конечно. Дорогие братья и сестры, прошло 3 месяца и 20 дней. Наконец-то я выезжаю. С радостью или с горем? Наконец-то я выезжаю. И туда вроде сердце. Ну, уже начала привыкать. Почти 4 года здесь прожили. Ну, спасибо вам за то, что принимаете меня. Да ладно, не выезжай, чего. А с тобой еще вопрос, на неделю. А то Марина плачет. Мама уедет. Благодарю всех. Были мы с Игорем, может, Игорь скажет, муравьи команды. Она просто такая живая, интересуется. Тихо. Стали рассказывать ей, что какие наши дела. Ну, она прямо... Ну, вся вот прямо трепещет, слушает, каждое слово ловит. Ну, мне так показалось. Я думаю, что Игорь, может, добавить что-нибудь, сынок? Да нормально вам говорить. Ну, нормально. Зашли к Игорю, ее обнял, как миленькая ты наша. Нисколько не сетует, вот, ну, ничего. Никаких болячков, ни слова снял. Вот это такая жизненная молодец. Только вот говорит, что... Собирается вроде дочка, она не хочет ехать, конечно. Да. Вроде совсем засобирались, так она сказала. Дочь собирается в Москву, она говорит, а я не хочу. Ну, конечно, она вообще не хоть какое-то. Ну, понятно. Ну, вот, когда уезжай. Слава Богу. Да поможет вам Господь, ангела-хранителя вам. Вы когда уезжаете? У нас сегодня... После Сретения. 17. Братья и сестры, тихо. Сегодня у нас 2 Полины. День рождения. У них был день ангела. У этой уже был день рождения, у этой завтра. Они 2 в честь одной и той же святой названы. У них 2 года разницы. Угадайте, кто старше. Полина. Вот это старше на 2 года. Я ее выше. Это не значит, что веры будь выше в вере. Да. Они хотели, чтобы взрослые чтобы... не наспели да. Много лет. Да поможет им Господь обрести страх Господень, чтобы прошли по всей жизни земной со страхом Господним обрели вечную блаженную жизнь. Многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, многое. А сегодня еще у нас, оказывается. Нет, он Игнатий Ростов. Ну, он же другой, но все равно Игнатий Богоносец. Это займится просто, да, Игнатий Ростов? Да не надо. Игнатий много. Просто будем иметь в виду. Еще у кого есть слово? Да, пожалуйста. Я хотела сказать,
Михаил, хочу прежде всего я поблагодарить сегодня наших братьев, которые занимаются отоплением нашего храма. Сегодня было тепло, нам комфортно. Спасибо, да. Христос. Слава Христу. И не только сегодня. Вообще всегда сейчас. Да, да, нам хорошо с вами. Теперь небольшой отчет, потому что приходят пожертвования в копилку на лечение Насти Дрога. Я встаю, и вот знаете, что период это от того момента, как я встаю, и до того момента, как я снова встала. Были некоторые пожертвования, я написала эти имена для Насти, вы молитесь о них, не забывайте. Это Сергей Сергеевич, Дмитрий Игоревич, Маргарита. И еще были тайные пожертвователи. Я вот не знаю, и эти пожертвования тайные, они пришли мне на телефон. Было это в декабре, я вот не говорила, люди, чтобы знали, кто это перечислял. Они пришли, 1000 рублей, 100 рублей, 97,50. Я их, конечно, если снимать наличкой, эта комиссия будет сниматься, но тем не менее, я свои вложу, эта 1000 пусть у меня на телефоне там лежит, чтобы не было комиссии. Надя, передай, пожалуйста, Насте. И еще третий такой вопрос. Такое вот пожелание от одной женщины. Она очень добро настроена к нашей общине. Очень давно слушает и смотрит канал «Во свете Библии». Передавала всем благословения свои. То есть, ну, с наилучшими пожеланиями. От Бога. Да, да. И она передала, в частности, вот это послание Сергею Павловичу. Я его переписала, потому что это через интернет. Зачитаю. «Передайте Сергею Пупкову. Собачью сущность изучил, а человеческое ему не под силу. После его видео с Василием не хочется смотреть разбор Слова Божия по скайпу с его участием. Матфея 22:39. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Нет, это не о нем. Рассматривает зубы у Василия, как если бы у очередного своего пса. 1 Коринфянам 13:1. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Светлана. От себя лично добавлю, что это мнение ни одной Светланы и даже ни одного десятка человек. Сергею Павловичу, пожалуйста, передайте. Вы, пожалуйста, просто не все выставляете. Зачем? Потому что это стало уже общественным делом. Это все выставляется, сестры. Я никакого секрета не обнародовала здесь. Это все выставляется. От себя лично хочу сказать, что на некоторые видеоролики с участием Василия, вот это вот воспитание, можно смело ставить возрастной ограничитель 18+. Из-за того, что употребляются некоторые выражения, которые не стоило бы употреблять в том виде, как вы это сняли. И вопросы разбирательства его личных грехов, это вот узкий круг братьев, соберитесь, поговорите с братом, и пусть он это знает. Он это должен знать, то, что ты ему сказал. Но не все должны это знать. Я, например, не хочу знать ваших грехов, братья. А вы как... Вот это выставили его, ты похвастался своим, я также был, я стоял в оглашенных. Это выглядит как хвастовство, знаете, друг перед другом, как мальчишки вот в миру это делают. У меня там столько было, у тебя сколько, у меня вообще много. Вы, пожалуйста, перед тем, как... Вот эти ролики снимайте, что ли, встаньте, помолитесь, стоит ли его вообще снимать. Поговорить с братом стоит, вразумить брата стоит. Может, не ты один, а вас двое, трое братьев. Более духовных, более подходящих по возрасту. Подобрать слова не такие, которых в Евангелии и в Библии нет. Действительно, был даже один комментарий, я не помню, кто... комментировал, но сказал, таких слов даже в Библии нет, а вы вот такими словами. Это теперь вопрос стоит о том, было ли это больше для научения или для соблазна. Сереж, я тебя прошу это принять просто с благодарностью Богу, потому что это мнение многих людей, причем не тех, которые хотели бы нас как-то уязвить, не тех, которые подыскиваются, люди добрые, с добрыми пожеланиями, с благословениями. И вот они вот так вот были просто поражены. Самое главное, что в этих роликах о нас точно так же думают, что мы такие же, потому что да, мы... Да, это переносится и говорят, община, там, эти дресятки... По одному, по одному.
в комментариях было написано, эти дрессировщики. Ну, кроме дрессировщика у нас один, Сергей Павлович. То есть мы все не дрессировщики, я прошу вот это не переносить действительно на общину. И это мнение не только людей, которые смотрят ролики извне, это мнение некоторых членов даже нашей общины. Все, спасибо, Христос. У меня маленькое предложение, такое тонкое. Вот мы нашего брата любимого Виктора Андреевича называем Виктор Андреевич, он уже возрастной. Игнат Тихонович, мы тоже называем Игнат Тихонович. Они между собой там хотят, да, Вася, да, называют, хотят Петя. Василию, Вася, тебе, Василий, тебе сколько лет? 70. 70. Какое у тебя отчество? Отчество у тебя какое? Николаевич. Вот запомните теперь, да, от всех. Вот кто младше его, все называют его Василий Николаевич. Все верно. Аминь на этом, я считаю, вот мое мнение. Да, а Сережа, это Вася, вот я к тебе, Сергей, Вася, могу обращаться. А Вася, Василий, это когда мне 70 можно... будет, и ему 70, да, он будет. Нет, Вася для меня. День, Василий, вот, Николаевич. Василий Николаевич. Все, я все сказала. Спасибо, Христос, сестра. Еще кто? Можно. Да, брат. Я хотел сказать... дату одну вспомнить и дату эту перевести на будущее. И тогда нам всем будет намного полегче, чем обсуждать двух наших братьев. Этот брат, он сейчас настоящим стал братом, он покаялся, стоял перед Христом на исповеди. И кто его к этому привел? Без дрессуры не обойтись. Духовный дрессировщик. Возьмешься за сея Васю привести? Давид обращается, говорит, Иов, говорит, только ты, говорит, можешь всех смирить, гордых. Как можно? Ну, смири гордого, спрашивает Господь. Смиришь гордого? Ну, а как его смирить? Не знаю. Вот смирите, попробуйте. Как ему это удалось, не знаю. Вот все много разговаривают о роликах, а никто Василия Николаевича, Василия, никто не спрашивает. Никто к нему не подошел, ну, пришла бы с камерой. Василий, ну-ка расскажи, как деспот, собачник этот, Серега, тебя истязает там, моет тебя там, очищает от тебя эту грязь, кормит тебя, Слово Божие заставляет тебя изучать. Ну давай, что никто ничего не говорит-то? Никто его, и все. Василий, бедный Василий, бедные грешники. Вот я вам сейчас расскажу, что было. Я люблю историю, и история должна нас учить для будущего. Вот было 2 февраля закончено в 1943 году самое грандиозное, самое кровавое сражение, которое только было на земле. Это называется Сталинградская битва, она вошла в историю. С каждой стороны было убитых и тяжело раненых, которые безвозвратные потери не вернулись в строй, по 1,5 миллиона человек. Все это случилось всего лишь за каких-то 3,5 месяца. Когда такая битва еще произойдет? Мнится мне, как говорят некоторые, мнится мне, что это будет только при Армагеддоне, при последней битве. Одного зла с другим. И не надо думать, что я патриот, тут что-то вспоминаю цифры, я совсем не патриот. Я патриот, но не того отечества, не этого земного. Я патриот Небесного Отечества, поэтому хочу сказать, что билось два зла. Одно злейшее из злейших. Один красный дракон, а другой черный дракон, который евреев убивал, там Гитлер был. Но тот Гитлер, он был добрее, чем этот красный дракон. А убили друг дружку, и не осталось верующих. А теперь мы должны решать вопрос, будем мы их отпевать или не будем. Там тоже верующие были, там прям с пряжки шли. А здесь тайно крестики там где-то зашивали, где-то просто думали, и за них молились родители. И молятся. Сейчас отпевают всех скопом. Всех отпевают. Царствие небесному покой. Значит, эти убийства были правильные, говорят все. А они не были правильными. Сатана вошел в сердца всех людей, которые там были. Это только по 1,5 миллиона убитых. А сколько там искалеченных еще осталось с каждой стороны. А сколько душевно перебитых людей осталось. Это не вернуть никогда этих людей в лоно истинной церкви. Только Господь может верой вернуть. И сказать, что все, что это было, российская страна, Германия, Америка, это было
ужасающий пир сатаны в этот момент. Никому не было никакой победы. Проигрыш был людей. Если в раю Ева согрешила и пало всего два человека, так они потом каялись, у них было время, по 935 лет Адаму, все каялся. И смог в конечном итоге, и то потом попал только через 2508 лет. Да, не 8, побольше, 530 даже там лет попал он только, ну и то не в рай еще пока. Вот сколько покаяния надо было принести. Здесь убито было сразу 3 миллиона, только за 3,5 месяца. Этого спора. Люди просто поспорили. Мы не можем так с вами спорить. Тем более в таком вопросе духовном. И тем более, который вершится на наших глазах. Если у кого-то есть желание поговорить, говорите сразу со всеми. Сколько здесь есть. Вот есть у нас Василий Николаевич, есть у нас Сергей Павлович. А есть еще у нас и другие братья. Давайте духовных возьмем. Вот возьмем наставника Игнатия Тихоновича, который всю эту кашу, как говорится, заварил. И пускай тогда он и расхлебает, и дальше посмотрим. А так просто рассказывать о том, что он плохой, и там комментариев много. Про меня тоже много очень комментариев, постоянных комментариев. Вот сейчас нету только комментариев, когда Игнатий Тихонович сказал, или я, или вот этот вот, который там сидит в этом интернете. И все, и нету этого рогатого. Никто не высовывается, все тихо, мирно слушают толкование блаженного Феофилакта и наших святых мужей. И все, нету никаких ни раздоров, ничего. Не может быть у нас никаких раздоров. Все должны быть единомысленны и единодушны в этом вопросе. И в этом вопросе тоже, этих битв, этой войны, должен быть один вопрос. Надо помнить, нельзя забывать, все надо помнить. И Гитлера, и Сталина, и Ленина, и там и великую эту революцию французскую, всех будем помнить, но помнить нужно в истине. Что все это творил сатана, потому что люди отказались от Бога. Решили принять новое научно доказанное учение, атеизм. И приняли его. Вот они приняли, а теперь все расхлебывают. И поэтому я прошу вас, ни в каких выборах каких-то там людей патриотических не участвуйте. Не участвуйте в никаких празднованиях этих великих побед. Не было никаких побед. Пока что только сокрушительное поражение мы видим. И главное сокрушительное поражение будет тогда, когда здесь с нами не будет детей наших. То есть мы вот так вот все уже будем, кого-то уже и не будет, одни старики будут сидеть и будем только думать, а куда дети-то делись? Вот это победили мы, Господь дал веру, и ни одного тут нету. Спасибо, Христос, брат. Слава Христу. Брат сказал, нет комментариев. Комментариев нет на тех, которые молчат, которые ничего не хотят видеть и не хотят делать. Что касается Василия Николаевича, я с ним обращаюсь как с Васей, потому что мы ровесники, во-первых. Во-вторых, потому что я его поручитель был к крещению, готовил его к крещению. Кстати, я на приходском собрании говорил о том, что на совете перед крещением говорил о том, что он еще не готов. Но Игнат Тихон сказал, а ты что, не видишь, какой он? Ну, просто человек другого склада, и поэтому надо его крестить. И он принял крещение. Было такое, Игнат Тихонович? Да. Значит, хочу вам сказать, из общения с Василием Николаевичем. Человек очень непростой. Он себе на уме, что называется. Человек, привыкший к бомжеванию. Человек, привыкший к бомжеванию, очень сложно выходит из этого состояния. Я удивляюсь, как Сергею Павловичу это удается. Потому что он вошел в эту роль. Все его жалеют. То кто-то покормит, то кто-то его погладит, то кто-то оденет что-то, что-то ему сделает такое. Ему это приятно. Но у него свое мнение есть на все. Он очень упрямый. И очень ленивый. Ленивый в плане за собой, чтобы ухаживать внешне или внутренне, тем более, духовно. Поэтому сложно этому человеку, дай Бог ему разумение, чтобы он был в послушании у Сергея Павловича, чтобы и дальнейший рост духовный произошел у него. Я вижу, что плоды этого труда есть. Легко осуждать. А вы, кто из вас поехал туда его вытащить из этой мерзлоты? 16 градусов на полу.
Минус 16 градусов. Игнатий Тихонович, Сергей Павлович, поехали братья, вытащили его оттуда. Он к себе его принял, обогрел, одел. Отмыл. Отмыл. Накормил. Ну, что еще? Легко осуждать, когда сам ничего не приложил, никаких действий. Сложный человек. И он это не отрицает, он знает. Сложный ты, Вася? Да. Сложный, сложный. Еще какой сложный. Поэтому просто оттуда, вот со стороны, легко это рассуждать. А когда коснешься непосредственно в общении с человеком, тогда это совсем по-другому выглядит. Еще у кого есть слово? Да, брат. Я немного от себя добавлю. Прежде чем Игнатий Тихонович заварил, как говорят, эту кашу, я ему прежде ездил еще до этого. А почему ездил? Он приходил на богослужение пешком оттуда, с Бельмесёва. Я не знаю, сколько там, за 20 километров, говорят. То есть и холодный воздух. Плюс простывший, как он говорит, еще с детства у него какие-то осложнения были там с легкими. И пешком. Вот, и я молился, и меня Господь побудил к нему съездить, узнать. Потому что я знаю, Василий приходит, а о нем вообще никто ничего не знает. Вот только Виктор Андрей знает что-то. И когда вы общались за ним, это поручителем были. Все, я поехал, узнал адрес у него, даже сперва адрес узнали, он не так объяснил, мы с Никитой зря съездили, вернулись обратно, и начал за это отсчитал, что неправильно узнали, вот, не точно. Ничего. Да, то есть неправильно объяснил до конца. Вот, потом все-таки узнали, слава богу, адрес до конца уже съездил, приехал к нему, он там ходит в одежде, холодно дома. Я уж его попросил, говорю, брат Василий, затопи, пожалуйста, потому что, я говорю, я уже сижу и замерзаю тебя тут. Он еще показал, тогда у него было минус 12, потом уже у тебя стало минус 16 на полу. Все, с ним побеседовал, вместе помолились, все, и в дальнейшем я уже о нем молился, чтобы как-то Господь устроил, чтобы, потому что, говорю, тебе нужно братское общение. Я-то это понимаю, потому что я сколько лет живу с Игнатием Ивановичем, с братьями. Что одному человеку бывает сложно вообще, даже невозможно. Для этого нужна община или хотя бы круг друзей, братьев, которые будут помогать тебе духовно возрастать, выкарабкиваться из какого-либо даже греха. Вот это лень духовная, это правильно я говорю. То есть лень духовная, то есть человек не хочет над собой трудиться. Для этого ему нужна помощь братьев старших, которые помогли, более духовные, которые, так сказать, помогут. Вот. И вот это побудило. И потом смотрю, вот я чему удивился еще, что я об этом молился, и Игнатий Тихонович на это откликнулся. Ему пришла мысль брата Василия оттуда вытянуть. Он даже нам сказал, говорит, братья, съездите сами, говорит. И типа его оттуда, даже если он, говорит, будет упираться, в машину его и сюда везите его. Ну так, может, шуткой сказал, как говорится. Но я говорю, лучше, говорю, Игнатий Тихонович, все-таки вы, чтобы вы сами ехали, потому что мы что. Вот, да, то есть. Игнатий Иванович решил, он сразу тоже переменил мнение, и решил, что сам поедет. И, ну вот, поехали тогда, все это засняли. Все это началось. Спасибо, Христос, брат. Я хочу добавить к тому, что уже сказал. Однако Сергею Павловичу стоит принять замечание сестры в том плане, что, как Господь говорит, почтительности предупреждайте друг друга. Почтение должно быть, конечно, к каждому человеку, к брату. Тем более к старшему, значительно старшему. Подбирать слова, нужно выражение. Тем более, когда вы знаете, что это будет идти на общее обозрение. Не только здесь, в нашей общине, а вообще на, все, на весь мир, что называется. Думать нужно, о чем говорить. Что слова, какие... Один раз скажешь, пожалеешь, а сто раз промолчишь, не пожалеешь. Гарри, вперед руку поднимай. Да. Я хочу дополнить лишь то, вот на вот эти все, ты возьми, попробуй, ты возьми... Без дрессуры там. Сережиных подвигов, Сережа, никто не умоляет, что ты его взял, обогрел, отмыл. Этого никто не делает. Единственное, вот как Виктор Андреевич сказал, подход. Да, брат. Я просто хотел сказать вот о том, что содержание мы все знаем. К чему стремится и брат Сергей, и к чему стремится брат Василий. Но какая-то форма обретается, вы понимаете, какая-то как на посмешище, что ли, выставить. То есть, и здесь, или я такой хороший, или он такой плохой. Вы знаете, есть такое выражение, сначала пошло, кто не скачет, тот москаль.
а потом москаляку на киляку. Пошло потом? Пошло. И вот вы видите, что сейчас там происходит. Я не знаю полностью, но думаю, что это плохо. Вы понимаете, не надо говорить такое, кто не скачет, тот москаль. Не надо. Я говорю иносказательно, в кавычках. То есть, раз он не такой, как я, значит он плохой. Вы понимаете, кто был в армии советской, тому в цирке не смешно. Есть такое выражение. И там людей всяких достаточно. Василий, он мне ровесник. Я поэтому говорю. Он был в армии. Попробуй сходи 2 года. Понюхай портянки, поработай, тем более стройбат. Это, я бы сказал, как говорят, это такие звери люди, что им даже оружие не дают. Раньше было так. Мы с ним ровесники в одно время почти служили. Я знаю. На этом закончено. Теперь надо с уважением относиться друг к другу, однозначно. И теперь... Я считаю, что это вопрос, ну, немаловажный, и у многих он внутри. То есть написано, идет съемка, там сайт общины. Сайт — это общины? Общины. Согласны с этим? Согласны. Поэтому, значит, надо ставить в таком случае фильтр. Не просто так, скопом. 3 часа сняли, 3 часа туда загнали, в интернет. Потому что, конечно, скрывать нам нечего, но горе тому, через кого приходит соблазн. Да. Вот сейчас вот эта женщина, неизвестно, чем откликнется и прочее. Конечно, это ее спасение и в ее руках. Но я боюсь быть пособником вот этого соблазна. Понимаете, в чем дело-то? Там кто что сказал, кто что сделал, и тем более ссылаемся там, Библия не Библия, а потом идет пи... Согласны с этим? Mm-hmm. Ну что это такое, братья? Кто знает, как я обращаюсь со своей женой? Кто знает? Никто не знает. Зачем? Ласка. А зачем мы будем? Не знаю, не всегда. Может быть, физические замечания бывают, может быть, разные. Никто не знает. То же самое. У нас семья, у нас братство выше, я бы сказал, даже чем семейные узы. Вот эти узы, они выше. Семья, она может в любой момент раз и разбежались. Жена неверующая или муж, и все распалось. А здесь мы все вместе смотрим друг на друга, любим друг друга. И вдруг хлоп, засветили такое, что, ну, соблазн, пальцем на него показывать буду. Да он какой-то странный. Вообще, я в армии еще страннее видел. Страннее людей. Я тоже в стройбате служил, поэтому знаю, что это такое, какие там люди. Как раньше говорили, глаза нет, соломы заткнули, и стройбат пойдет. Это советы. Рабсила нужна была, причем дешевая. Вот он. И не надо заострять на том, что один такой, другой такой. Мы с Виктором Андреевичем даже разные. Я вот рыбак, он не рыбак, и что теперь? Он не рыбак, значит, он хуже меня, что ли? Ну, к примеру сказали. Нет. Поэтому, братья, может быть, если кто-то желает или не желает, все-таки вот правильно сестра сказала, что фильтр 18+, а то может быть и пожизненно плюс, надо ставить. Я считаю, что делать избирательно, выставлять ролики, потому что я тоже смотрел, бывает интересно. Я смотрю, ну, практически все и знаешь, но интересно на людей посмотреть. Сейчас вы посмотрите, что было там 3 года назад. А если тот фильм посмотреть? 12 год сменил вообще. Потеряешь. Там же все ребятишки молодые. Одному там 40 лет, а сейчас уже 70. Надо же, мать ты моя. Батюшка, вот как бы и... Вот я его сколько знаю уже, 20 с лишним лет. Он почти не изменился для меня. А когда то посмотришь, о, брат ты мой, там... Все пригибаемся, все ближе и ближе и ближе, и потом лопух вырастет у кого-то. Вот в чем дело-то. Поэтому, братья, снять можно хоть что, я считаю, а выставлять, Игнат Тихонович, надо не все. Тем более, это сайт всей общины, это не ваш личный сайт. Я говорю как брат брату. И Игнат Тихонович такой же смертный человек, как и мы все. Такой же грешный, я грешный, многогрешный, мы все это говорим, вы понимаете. Ошибаться может любой. Игнат Тихонович скажет по жизни своей, ну, были какие-то у него моменты в жизни, где он ошибался. Не ошибаться человек не может. Не ошибается, если ничего не делает. Это понятно. А кто работает, тот ошибается. Поэтому давайте подумаем, может быть как-то, вот батюшка приедет или как-то, можете это и сделать, что фильтровать или не фильтровать то, что выставляется в интернет. Вот мое такое пожелание. Потому что многие, ну, не многие, я слышал от людей, которые, ну,
не все воспринимают однозначно, которые в интернете. Даже и здесь присутствующие. А уж не говоря и сторонних, я на работе говорил. Да у вас там что-то это, говорит, это ненормально. Я говорю, да конечно ненормально, потому что ты живешь в своем ненормале, а я в своем ненормале живу. Вот такое у меня пожелание. Святой Христос, брат, еще хочу сказать, братья и сестры, что мы отчасти, если не все, то многие вот в отношении Василия Николаевича вели себя неправильно. Когда вот здесь мы общались, здесь вот во время трапезы, ну, признаем это. Поэтому и повинимся перед ним, и впредь будем долюбите друг друга, помнить слова. И я не буду перед тобой виниться. Это твое дело. Это мое дело. Так. А может быть мы послушаем тогда и брата Василия Николаевича? Надо? А почему нет? Зачем тебе это знать? Подожди, стоп. Мы, ну, ваше мнение мы выслушали. А виновника событий, почему мы не должны? Может, у него слова как легко тянуть. Может, он что-то хочет. Хочешь что-нибудь сказать, Василий Николаевич? Не хочет. Я думаю, все высказались. Игнатий Николаевич, вам теперь резюмируйте. Все выпросят ваши комментарии. У тебя раку есть. Так, сегодня тут середине наедайтесь мясо до Пасхи. Первое. Начинается масличная неделя. Название-то у нее какое? Тещина блины. И дальше начинается сплошное язычество. Сожжение чучела зимы. Поднимите сейчас руку, скажите, кто установил вот эту неделю, что кроме мяса все остальное можно есть. И неделя перед самым постом. И назвали масленицей. Кто может сказать историческое происхождение этого события? Какой-то полководец победил битву и ввел. А какой не помню. Товарищи, 4 мешка рабов, он очень богатый. Все. Никого не называть. Определенно. Была война с персидским царем у греческого царя Ираклия. И 7 лет. Ну, бывает война 130 лет там у Франции с Англией. И он дал обет Богу. Интересный обет. Как он питался, ничего не известно. Но вот это вошло в историю. Что если ты поможешь мне этого хазроя свернуть, то я неделю целую мясо есть не буду. Ну и жертва. А вы при чем? Люди разве это жертвовали? Когда наступали враги, то написано, языческий царь принес первенца своего в жертву. Так что евреям стало мерзко, они бросили, ушли. И дали ему повод теперь судить. Хороша жертва была, что Израиль на дне победы отступил весь. Это любое событие можно истолковать так. Следующее воскресенье у нас будет. Это уже прямо в страшном суде. Я прошу всех, кто может на ногах ходит, вечером пойти в собор Покровский. Это так у нас уже принято с первого дня и до общины так было. И там мы побудем, там будет много священников. Кто-то что-то имеет, мы к каждому будем подходить, они станут так в одну линию. И там будет и митрополит, и мы встретимся, попросим прощения. Во всех отношениях это полезно. Но некоторые не придут. Привыкшие не приходить в субботу вечером, они туда уже тоже не придут. Я уже знаю это, потому что одно событие тянет за собой другое. Вот сейчас, после прощенного воскресенья, с первой недели, 4 дня будем приходить читать покаянный канон Андрея Крицкого. Покаянный во всемирной истории. Некоторые ни разу в жизни не были. Повторяю, и не придут. Почему? Вполне достаточно, что я пришел, отметился в воскресенье и все. Ну, у меня дальше, это смотрите, а это соблазн. Забросьте это слово пока. Когда уже будем подходить дальше, мы увидим результат соблазна. Соблазн или нет, результат. А так можно любое слово, только, ну, я вот, ну, что я соблазн даю? Вот благочинный Новоалтайский, Михаил Погиблов, он отвечает на вопрос. Ну, вот мы пришли на Новый год, а там угощают мясом. Большой кусок мяса мне положили, я священник. Есть его или не есть? Пост рождественский. Еще 7 дней пост будет идти. Он отвечает однозначно. Обязательно съешь, чтобы не подать соблазну. А то, что он пришел, там танцевал в этот вечер, пост идет. Соблазна нет. А зачем ты пошел в первую очередь?
А дальше, мясо едят, а ты бы сказал, сейчас идет пост, это нельзя. Он ни слова не сказал, слопал этот кусок. Понимаете, слово соблазн, это в игре. Крапленые карты, как называют. Вытаскиваешь, что тебе упадет? Все время туз выпадает. Приготовьтесь, пожалуйста, с понедельника приходите. Сегодня назначили, какое время приходить, чтобы кто на работе могли прийти. Мы и так уже сдвинули на 6 часов. Придите, помолитесь, тем более у нас на русском языке. И на покаяние, на благодарение, на словословие тоже канон. К этому рано или поздно люди будут прислушиваться. Ну приди хоть раз, умоляю, никаких. Это не соблазн. Ни разу в Покровский собор не ходили на прощение. Это не соблазн. Вы лицемеры. Кто это соблазн в этом ищет? А вы представьте Богу определять. В нашей общине отец сблудился с дочерями с двумя. И обе родили от него сына. И не поймешь теперь, отец он им или дедушка. Он и дедушка, и отец. Соблазн или не соблазн выставлять это в интернете? Поднимите руки, кто скажет, что это соблазн? Чего вы замолкнете? Лота боитесь? А лота-то если измерение такое в море, глубину искать какую? Марк Твен, это означает Марка 2. Это псевдоним взятый, сколько под килем у тебя, чтобы не сесть на мель. Мы сейчас все сядем. Зачем в Библии говорить об этом? Это святая книга Библии, она нам показывает, вот чему вы верите. Кровосмешением занимаетесь. Да еще написано, и праведный лот, Петр пишет, называют праведным. Ну скажите сейчас, если человек, муж, живет, дочери напоили его, теперь с обоими блудит, и обе однако зачали. Другая живет, 10 лет, ребенка нет. Оба, и два народа будут, и будут враждебные народы Израиля. Не секрет? У нас более почитаемого в Ветхом Завете, кажется, и нет никого, как царь-пророк Давид. Каждый человек знает псалтырь. Это он автор. Считает живым, мертвым, на любой канон везде Давид. Какова биография? Да не дай Бог. Он дважды под смертный приговор подходил. 10 жен. Маловато. А почему? С крыши увидал, крыши были плоские. Красавица раздета. Она и не знает, что сверху бинокль направлен на нее. Ну и увидел, ну и все. Ну такое же все одинаковое, все. Ну да что, что он увидел в ней красиво? Вверху или внизу? Да за оградой, может, только голову ты увидал. И тоже. Так, а ну-ка привести. А сейчас ты жена. И жена оказалась того, кто ему жизнь сохраняет. Урия Хитянина. Так? Да. И что дальше было? В постель затащил. А дальше? Скрыть грех. Она приходит, говорит, а грех-то растет внутри, живот все больше и больше делается. А муж придет. А я от мужа защищала. А мужа полтора года дома не было. Так что делать? Выход только один, убить мужа. И это все делает праведный Давид. Именем его и звезды все называются. Соблазн или не соблазн? В Библии оставлять это. 3600 лет на всех языках мира мусолят это. Лицемеры. Я к Библии пришел только потому, когда начал читать, что увидел, ничего не скрыто. Прозрачный доход. А вот о вас будут говорить так, это говорят люди, которые ничего не делают. Ты говоришь так, скажи, сколько у тебя роликов? Да ни одного. У меня 9700. Чтобы понять это, своих роликов, в интернете больше этого нет. У Осипова 1200 только. У Кураева там 850. А это тысяч. И из всего все поставлены по молитве, и все находят пользу. Я другое буду дальше говорить. Но пока так как горящая здесь. Василий Николаевич побудил так к крещению. Совершенно не готового. Я, меня он так и назвал, Виктор Андреевич. И не со зла ты меня выставил, что я подтянул-то какого человека, мертвого совершенно. Я сказал, ты видишь, какой он, другим он не может быть. Мы должны по этой мерке мерить, допустить. Я пошел уговорить батюшку, на меня теперь все сваливается. Он, Василий Николаевич, был и остался таким. Ни разу не был на исповеди. Маленький пример. Вы видели, сколько собак бегает? Возьмите одну собачку, обогрейте и сделайте ее, чтобы она сидеть. На той команде научите. Не один. У нас настоящий, это называется кинолог. То есть это как будто слово кино, ассоциация. Сергей Павлович, это профессионал высшего класса. И я его убеждать должен, позвонил. Сергей Павлович, если мы сейчас поедем, Васю заберем, ты примешь его или нет? У него тоже лишней территории нет. У него дома он берет собак, дрессирует, там по клеткам, по разным.
Он, до этого я позвонил Андрею, машина застыла, не могу завести. Звоню другому, даже машина застыла. Безотказный кто? Николай Павлович. Кручина, мы поехали. Зная Васю, я взял с собой веревочек. Связать по рукам и ногам и привести его. Он уже болеет. Это решительная мера или нет? Ой, это соблазн. Подожди результаты. Подожди, брат дорогой. Не по своей мерке мерь, когда у тебя нуль в этом вопросе. Ни одного ролика нет. К себе не приняли. Никто не искал. Мы сразу поехали. И Бог дал такого шофера, и все у нас одно к одному. Приехали к нему. А он заперт, у него застыло, это не может открыть. Мы стоим на улице серьезным. Он плоскогубцами там дверь старается. Ничего не может. Василий, так? Посмотри на него. У него вид другой стал. Привезли мы его, сдали. Сдали его в концлагерь. В Бухенвальд. Треблинка. Освенцим. Но мы-то все уехали, а он остался там. И дальше он снимает, как иного отмывает. Он вообще дисциплины никакой не знает. Он за все время ни разу... Сколько лет вы как крещеный ты? С 11-го года. С 11-го года что получается? За 7 лет ни разу не был на исповеди. Ни разу. А ему прекрасно. Он пришел, стоял, дальше собрание здесь. Ну, Людмила Степановна, другие обед приготовят. Он и притом здесь ест, вместе со всеми начинает. А потом еще в два раза дольше сидит на кухне, доедает. Я сказал, не делать это. Вместе сел и вместе вылез. Все до одного. Даже детям не... Он все равно делает по-своему. Я сказал, тогда туда не давать. Он мгновенно заговорил. А я совсем ходить не буду. Понимаю, вы подождите немного. Даже чрево голодное его не может заставить покориться. Вместе сели, вместе вылезли. Это в армии, в тюрьме, в монастыре везде так. Я видел. Новоначальные монахи, переодетый, подрясник. Звоночек брякнули, выходить, а он не допил. Схватился, а другой монах по спине похлопал. Виссарион, это тут нельзя делать. Он еще не знает. Нельзя одновременно. Я говорю, это Василий. Вот он, ну смотри на него, направляй. Сергей остается с ним. Что? Накормить, обогреть. Вы слышали это, что говорится? Приняли, напоили, накормили. 25 глава Матфея. Вы буквально понимаете это только? Да сегодня в кормежке-то мало кто нуждается. Где вы благовествовали? Кого, какую душу вы накормили? Кто ходил с Евангелиями? Кто? Ну дальше, продолжайте маленько дальше. А дальше он сидел в тюрьме. Выйдем из тюрьмы только на горе, СИЗО 17/1, 3700 сидит. А когда в душе человек все кипит и другого имеет, написано, откройте сердце. Отпусти узников на свободу. А это ко всем. А узники только у одного начальника тюрьмы. Нет у всех. От кого ты закрыл сердце, тут решетки. Ожесточившийся брат неприступней крепости. Крепость какая-то. А вот сейчас мы видим, опыт нашего брата Сергея Павловича тут и пригодился. Одна женщина, конкретная история, жила с мужем. Ну, ясное дело, раз дети были, была и любовь, наверное, но уж не связывал он ее. Все, наконец развод. Этот дядя Павел оставляет на памяти собаку и сына. И сам ушел, и больше неизвестно где. А что она сделает с большой собакой немецкой? Раньше называли восточноевропейской. Только ей отвезти, заплатить деньги, сделает укол. И эту собаку, никому не нужную, не ученую, в руки берет Сергей Павлович. Платил ты за нее или даром? Даром. Даром. А вы знаете, что щенка начинает, я собаками занимался в уголовном розыске. Наше образование было в несколько раз, в разы больше, чем им сейчас преподают там. Следовая работа. Через много часов. Это не просто сидеть. Он ее берет и начинает заниматься. Она ничего не знает. Ни сидеть, ни подойти, ни ко мне. Он делает ее чемпионом Сибири. Она с нами едет от Тихого до Атлантического океана. Она отгоняет людей и охраняет нас. Как ангел-хранитель. Она птице не дает пролететь нигде. Возвращаемся второй раз. А до этого не ездили к дому, она просто собака, ученая, выступает, никаких званий нет. И сразу получает чемпион Сибири, со второй поездки вернулся чемпион России, скажите. Из брошенного, выброшенного, и так отшлифовать. Это специалист. И у него, у Сергея-то опыта другого-то и нету. А Господь говорит, что книжник, наученный Царству Небесному, выносит из сокровищницы старое и новое. Вот он старое и вынес. Собак дрессирует-то. А этот...
вы хуже, когда шел Давид на Голиафа, ты что на меня как на собаку идешь? Он говорит, ты хуже собаки. Он как Голиаф стоит на своем я, он никого не видит, не слышит. И Сергей немедленно занялся им. Да, слова, которые он там говорил, не надо было говорить. На 100%. Там первое, только первое, когда он узнавал его грех. Он добился и узнал. Он не знает Василия как будто бы. И из него никто не вытащит, ни батюшка. Тут сознался в смертном грехе. И даже подумаешь, к нему, к такому, кто-то... Вообще-то человек в кочегарке где-то. Это же, ну не выше же его кто-то пришел-то. Не королева приходила. И Сергей это выявил. А, он открыл. Кто-то попутно припутайте. Давида. И когда Господь показывает всю церковь свою, весь народ и говорит, кому ты не уподоблялась? Ты под деревом широко раскидывала ноги для всех, и всех попутно звала блудить с тобой. Ну и выражение. Ничего себе. Это израильский народ богоизбранный. Это женщина-блудница. Вы считаете, а голая Голива? Но они еще дальше пошли. Ты изображение делала, с ними блудила. А блудила в разных позициях. Это все в Библии написано. А дружба с миром, ладно, но это прелюбодеи, не мы. Читаем Иакова 4:4. Дружба с миром есть вражда против Бога. Сегодня ребенка отпустят на один день куда-то, и уже все там. И стоит, и ногу отклящила там, и фотографии, и язык, все высунет. Это не мирское. Вы дальше немножко гляньте. Он как мог, так сделал. Но сделал как? Он ходит собак дрессировать, и Василий с собой, и прямо он дрессирует. Дальше пошел расклеивать. Василий учит расклеивать. И он залез в сумку, копается. А сейчас все говорят, да какой он ленивый. Обстановка изменилась. Это первый день смотрели, такие отзывы были. А сегодня другой. Да как можно было взять? Да его долбить этого Василия каждый день надо. Другие слова пошли. Почему? Все, обутый, одетый, накормленный. И ничего не хочет делать. А Сергей продолжает делать. Я говорю, Сережа, только потерпи его. Наконец это взмолился или как там. Вы не забывайте, у нас ролики готовые. Когда его везут домой. А потом дома идет у него беседа, как он благодарит Сергея Павловича. Те, которые нападают, они еще не знают, какой крышкой вас раскаленной накроет Василий Николаевич. А потом Сергей Павлович, я дома записываю полностью. Все, он делает разбор. У нас ролики стоят готовые. Два ролика от Володи. Мы смотрим, что ставить. У меня в архиве лежит столько роликов, которые еще не могут быть опубликованы. Это вы думаете, а все подряд потащили. Нет. Далеко. Но здесь именно польза. Польза редкой величины. С таким человеком, с таким фруктом, скажем, никто не будет трудиться. Это только Сергей Павлович мог переломить обстановку. И он уже и в комнате сидит, и дальше читает заповеди, бубнит там Евангелие, не может запомнить. Да я это знаю, не может, но я шага не сделал. Он его поднял, как самарянин, привез, обмыл, накормил, дал в руки Евангелие. Вася, так нет? Ну посмотри на него, что не завод, что я его клеймю. И дальше он не может 10 заповедей запомнить. Опять Сергей Павлович поворачивает по-новому, давай по-новому, давай с первой заповеди. Кто этим занимался? Мы поддержали брата в этом? Повторяю, первый ролик поставлен на словах, когда он выявлял грех, я говорю, можно было по-другому сказать, но он прямо спрашивал его. И кто это недоволен? Блудники. Им надо каяться. Тогда раз его вытащил он, а тот-то молчит, и он теперь, зачем это? Я знаю, кто это больше всего ворчит, кто больше всего виновен в этом. Не сегодняшний, а может быть позавчерашний. Я молчу. Отзывы плохие, стараюсь удалить, но каждый день идет другое. Так что Сергей Павлович взялся, если так сказать, как будто и не за свое дело. А открылось-то сколько? Это по этой теме. Отвезли его, тебя по твоей просьбе домой увезли. Ты просился? Непослушание. Ну? Непослушание. Непослушание. Ну, непослушание не мог. Он тебя спрашивал о непослушании, когда были у Сергея, это, у Василия Николаевича дома. Я говорю, ты идешь на чужую квартиру. Квартирант всегда должен. Я с 4 класса по квартирам. Я знаю это. И дело. Я пришел, брат говорит, освободи, как Серахов говорит. Ты будешь слушаться? У нас записано это. Василий отвечает, само собой, так было? Так, посмотри на него. То есть ты дал обещание. Теперь Сергей Павлович тебя берет. Я еще раз спрашиваю, потом он спрашивает послушание. Он отвечает, да, потому что замороженный кочерышка. Ты не думал, что такое послушание? И он от тебя требовал-то, нигде я не видел, чтобы он требовал, выше планку поднимал. Ну, по твоему разумению, он говорил-то. Да и он-то не педагог какой-то.
относительно Василия Николаевича. Будьте осторожны. Слово «соблазн» проявится по результатам, по-другому никак. У нас Валентина Павловна была, Конева. И когда увидела по Теряевке, как есть, а я это в книге написал, не было интернета. Да вы что пишете? Да это у вас там так не согласие. Да кто по Теряевку поедет? А кто не поедет, ему и согласие, не согласие никакого не нужно. Ее нет, а по Теряевке стоит. А больше надо, да Бог его знает. Мы просим, молим Бога, чтобы его воля была. Так, по этой теме ясно? А теперь посмотрите о детях. Дети сидят здесь. Ими занимаются. Наконец они заходят. Сидят все до одного ребенка. Привели туда 10 минут прошло, 9,5 минут. И в это время выходят считать златоусты. Все до одного. Долой. Это не соблазн? То, что постоянно Игорь Владимирович об этом говорит. Где дети? Одни старичи остается-то. Дети ничего не могут рассказать. А почему? А у них нет противника. Они ни с кем не борются. А вы дома разыграйте такое. Вот это неверующий пришел, а может соседи, и чтобы они начали свидетельствовать, как ученики епископа Вавилы. Мы считаем такие, как Эспер, где они стояли, а кто-то сказать, а хозяин идет. Давай поздороваемся с ним, а потом скажем, кто он такой. Поздоровались, здравствуй, хозяин, называют его там Владимир. Здравствуйте. А мы не твои рабы, а они в рабах. А мы рабы Христа. Чего? Мы рабы Христа. О чем им говорят? А идущий рядом с ним ординарис и говорит, это генерал. И говорит, да это же христиане. Дальше разворачивается новое строение. А вы им, говорит, жертвы на стола посылаете, когда старту там с тех, да, говорит, я им кусок мяса. Они ни разу не ели его. Почему? Они его собакам выбрасывают. Как? Жертвенное мясо. Марса, Венеры выбрасывают, да. И дальше начинается история. Все пойдут под нож. Не соблазн? Маленькие дети казнили своих детей фактически. И церковь прославляет их. Возможность. А какой? Весьма необычный образ. Женщина подходит, рот закрыла. Что Иоанн Кронштадтский делает? Ложка ее в лоб, рот... Все. Это не один мы видим раз-то. Не так. Вот. Солдатки были, это соломенная вдова там называют ее. Она дома, никто не помогает. Она видит, одна такая хитрая, кричит, и ей все помогают. Бесноватая. И она тоже начала тоже кричать. Есть такие подучие вроде бы. Священник новый приехал, глядит, одна уже 6 женщин падает. А давно это? Да нет, не давно. А кто первый? Да, Авдотья делала. Так, мужчина, так ты самых сильных выбрал, оставьте их. Так, мы сегодня на изгнание беса будем экзорцизмом заниматься. Так, женщина, оставьте здесь. Каждую допрашивает. Ты почему делаешь так? Я не знаю, Евангелие выносит. Я начинаю кричать. Сегодня ты последний раз кричала. Так, выведите ее. А у нее уже плети подготовлены. Они ее в 4 руки промыли. Так, еще будешь? Нет. Всех дано. Все. Проказу порчу снял со всего храма. То есть, люди разные. Они знают, какой подход. И Господь-то ведь нас лечит, как? В какое горнило испытаний посылает? Относительно 3 миллионов в Сталинграде, я этой цифры не знаю. Ну, еще видно, где-то было там. Было, если за один дом, как говорится, Бельгия пала на 3-й день, Франция на там, 2 недели. А дом Павлова защищали 82 дня. Из рук в руки переходил. И что, это урок? А кто туда попал? А в первую очередь пошли те комсомольцы, первая гвардия, которые раскулачивали людей. Дождались своего срока, и они пришли. Давайте договорим дальше. Это соблазн. Нет, это героизм. Героизм остался героизмом. Сегодня надо праздновать не покров Божьей Матери, а разрыв блокады Ленинграда вместо его. Или снята осада Сталинграда. Вот это надо было ввести. Почему вышестоящие это не понимают? А покров вообще не празднуют даже и греки. Юродивый один видел, на нем все построено. Я попутно сказать. Так, в Покровский собор, прощенное воскресенье, узнаете, в 5 или в 6 пойти. Моя просьба, убедительно прошу, вы не пожалеете. Там много будет священников. Придите, одетесь по форме, как у нас принято. Мы ждем, когда все пройдут, потом идут братья, потом сестры. Мы раздеты. Придите. И, к слову сказать, нас каждый год там ждут люди, чтобы показать. Вот пример, как люди ведут себя, как спокойно, как одеваются. Выбери время.
приди туда. Теперь мы говорим о суде страшном. Он называется неподкупный. Неподкупный только об одном говорится. Царь на суде. По-славянски неумытный. Ну, тут непонятно. Значит, неподкупный. Самое подкупное выходит судьи. Слово-то взято какое. Да? Ты дальше-то рассуждай. Что за этим стоит-то? Суд страшный. С большой буквы, значит, суды эти уже и не страшные. Можно подкупить и прочее. А дальше я разговариваю. А судьи Бог как говорит, кто? Сборище священников. Лютые волки. Ой, какие... Да это же там патриархи попадают. Все попадают. Соблазн или не соблазн, как Серафим Саровский 3 дня ночи молился о русских архиереях. И ответ от Бога прозвучал, не помилую, не пощажу. Вы понимаете, приговор-то вынесли уже. А мы теперь трясемся за словом соблазн. Не так все просто это выглядит. Посмотрите по результатам. Если Феофан Затворник в 1861 году говорит, еще одно поколение, от силы 2, и православия в России не будет. 5 поколений прошло. Я всегда делю на 2 пал. Или это был лжепророк, это Вышинский. Он такой был епископ-то у нас. Мы не можем сказать, что его не было-то. Или он имел в виду, или другое православие, какое у нас сейчас есть. Люди-то никого не знают, из храма выше никого нету. Никто никого не знает, все чужие. Кого крестили, сколько, 500? Хоть с одним обедал священник? Нет. У нас это все есть. И с нами он здесь, и слышит, и есть о чем подумать. Соблазн-то главный сеется там, где фарисействует, где ничего не делают. Это правильно замечено. А говорить об этом соблазне, да весь мир в разврате. И он нас клещами буквально вытащил. Да это никому не под силу было, только один человек у нас есть такой. И он вытащил его из зубов буквально. И к батюшке, считай, пинками загнал его на исповедь. Первая исповедь за 9 лет. Почему об этом не говорите? И это никому не удалось, я даже не... Я только все, да, Сергей Павлович, какой тебе талант дан? Ты как ты можешь 5 собак у него? И всех положил, как мертвые лежат, и сам лежит полуживой. Я с одной собакой возился, а он ее 5, и кота положил, лежит, ноги вытянул, как мертвый. У него необыкновенный талант. Ну, попался какой-то еще один пес смердящий, он так себя называет. И ничего, его поднял на ноги. Да главное, ты посмотри, как он приоделся, сестры тут и... Да? Он нарушил правила, нарушил обещание, и поэтому отвезли его. И дома еще с ним говорят. Его не выгоняли. Но ты хочешь домой? Ну, раз я не исполняю, тут я зачем? Тут вот как события-то обстоят. Поэтому, что говорила Галина Александровна, все это верно. Ну, тут случай такой, что надо пояснение дать. Вы понимаете, вот как у нас даже вот одна скамейка, вот мы сидим здесь, я сейчас покажу. Вот я сижу здесь на краю, дальше некуда, тут скамейка. Сегодня люди заходят сюда, это ни разу ко мне не обернулось. Я должен вот так вот дергать, поближе. Чего? Ну поближе там-то. Вот в трамвай или где-то заходишь, сядет человек здесь, а там за ним пустое к стенке-то. А другой, ну, такой культурный человек, или сказать, робкий, думает, скажи ему, он сумкой заедет. И пустое место, и негде, и она едет, вторая, третья, все пустые места. Ну, сдвинься к стенке-то. Сдвинуться всего на 40 сантиметров. Нет. Я сегодня сколько раз дергал. Это тоже сидит, уперлась. Вроде издалека, она не увидит, руками машут. Игорь, этого надо канатом тащить. Вот этот сидит рядом. Я сижу здесь и несколько раз их перетягиваю. Ну, сбейтесь ко мне. Так, нет? Так, ты объясни. Почему вы такие эгоисты? Это не соблазн? Ты переводи. Переводи, она смотрит. Она тоже мне маячила. Что ты, дескать, двигаешь людей? Она меня упрекала даже. Знаете, от чего секта рождается? Интересный афоризм я прочитал у великого-великого миссионера Лазаря Кунцевича. Я у ног его сидел и учился. Он расстрелянный мученик. На его журнале «Ревнитель». Это примерно 1400 страниц размером с журнал «Огонек». Я около 7 раз его законспектировал. Он сделал меня миссионером. Он ответил, секта – это нечто грозное, зловещее и неуловимое. Ну, грозное, зловещее, понятно, что в ад идет, а неуловимое. Почему? Они меняют все время подход, тактику. Я приготовился, пошли ребята наши беседы с адвентистом. Потом говорят, они говорят, совсем не те места подняли, а на те местами не готовились. Грозное, зловещее, неуловимое. Отец Дмитрий говорил, секта это, запомните хорошо, узость взгляда на истину. Узость взгляда на истину через танковую щель. Он,
Узнал субботу, субботу нету. Он субботники появились, суббота, суббота, суббота. Узнали звать Иегова, 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 Иегова. Дальше он никак не идет. У нас-то свое. Икона, икона, икона. Мы икона, страна икони. Узы взгляда на истину. Да, вы видите на исправление брата. Вы с ним не были. Почему так узко смотрите? Посмотри пошире. Ну посмотри на него, он голову поднял. Он крючком все время вот так. Это истинный монах. Ничего не видит, не слышит, ждет обеда. Дома картошку дали, заморозил. Смотрит дыра на улицу. На улице 16 градусов. Дыру заткнуть не может. На улицу снег просто. Вы почему дальше-то не говорите? Сергей Павлович стронул с места эту глыбу. Он надорвался с ним. Я его не одобряю, когда он где-то с собаками так жестко. Результат, смотрите. Чемпион России по защитной кормленной службе. Мои собаки занимали первое место в уголовном розыске, но они никакими чемпионами не были. Я даже сравнивать себя не могу с ним. Хотя на какое дело готовили, то, конечно, важное там розыскное, уголовный розыск. Значит, закончили. Что говорили, еще раз обдумайте. Мы ничего не убираем, доставим. Я определяю сам. Да, относится как бы к общине. Община никакого отношения к сайту не имеет. Вы его не образовывали, ничего нету. Он совершенно независимый от общины. Ну, я говорю, да, это наши люди, тут все. Отвечаю за него только я. Я отвечаю перед администрацией этих ресурсов, там, вверху где. Только я отвечаю. Потому что все это на мне, мной зарегистрирована определенная дата. И когда мы перешли за 5 тысяч, за 5 миллионов, кажется, было, перешли количество просмотров, вчера только вышло уже 13 миллионов у нас. Это цифра. То нас система вывела СМИ, как назвать-то, средства массовой информации. И мне сразу же выкладывают, как я должен вести себя, что ставить. Показывать. Я все время вписываюсь в это, нигде ни разу не нарушили. Нигде. Мы не просто я частник пришел, а вы знаете, там нет. Работаете, нет. Конкретно скажите, мы ходили на занятия, хорошо было в университете? Хорошо, но это только кружок, вот дальше университета ни одного слова не выходило. Вышло теперь то, что один сидел на первой скамейке, не нашего круга, и более интересно, и он все записывал и записывал и записывал. Две коробки написал этих. Потом подошел мне и говорит, я говорю, а вы, а я уезжаю отсюда. Я все проповеди записал. Там не просто проповеди. Как я изъяснял молитву Царю Небесной. 60 проповедей сказал на одну молитву Царю Небесной. Это чего-то стоит? Меня архиереи, митрополиты просят, дайте этот материал. Как можно Царю Небесной утешить или столько найти? И каждая проповедь была 20-25 минут, вступительное слово. Вы это знаете. Сегодня мы не имеем возможности этой. Москва отняла все эти здания, они ей принадлежат, то есть запускать туда. Сергей Павлович образовал сейчас, 3 раза в неделю идут занятия по интернету. Там люди есть у нас с Австралии, приходят с Америки, с Израиля. Кто сделал? Он. И ведет по сегодняшний день. Кто из вас ходит на эти занятия? Вот. 2-3 человека. 2-3 это мало. Повторяю, мало. Но эти занятия, которые идут, они идут далеко-далеко, они выставляются все. Если столько у нас подписчиков, уже 13 тысяч, но это чего-то стоит. 13 тысяч, это не газета какая-то. Почему не приходит на него занятия? Выхода в интернет нету или все равно? Ну приходите! Там можете высказывать, задавать вопросы, если у вас есть что сказать. Повторяю, их ведет Сергей Павлович. Сегодня будет это в 6 вечера, опять же. Идут здесь. Ни там нету, на занятия здесь не остаются эти люди. Здесь. Редко когда и кто остается. Ну, кто остается на занятия, вы знаете. Одни и те же. Немножко еще добавлю здесь об этом узости. Есть люди, которые свое состояние не могут определить. Он не может. Я говорю, почему ты сейчас захохотал? Просто ха-ха-ха. А что? Разве Бог запретил? Запретил. Написано горе смеющимся ныне. И опять маленько пойдя, ха-ха-ха опять. Это те люди, которые сидят здесь. У нас. Я за того говорит, ты хохочешь, раскрыл рот и не думаешь, что сатана вскочит в тебя. Ну, слишком примитивно. Рот разинул и вскочил. Ян за того, не спорь. Он говорит, горе смеющимся ныне. И блаженны плачущие. Это разница большая очень. И есть кто? Блажен, которого найдет не спящим. Потому что сон
в духовном плане означает смерть. Друг наш Лазарь уснул, а Христос говорил мне о сне обыкновенном. Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Спят все время. На занятиях, на собраниях они все время спят. Я говорю, ты спал? Нет, не спал. На это Писание говорит, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Если ты вот это сонное состояние вот так клевал, и говоришь, не сон, то какой же у тебя сон-то настоящий? Тебя кувалды не разбудить. Это не соблазн. У нас съемки здесь идут. И показывает на него поворачивает, сидит и спит. Вы соблазна-то даете, это немало. А ведь это и на службе у нас стоит. Раз качнулся, чуть не упал. Ногу подставил. Ладно, ну еще головой качаешься. Ты. Да не один раз это было. Ну, перед службой, это у нас в лагере, днем не спят дети. А перед богослужением в субботу обязательно даже лечь, хотя бы сейчас поспать. Мы заботимся, вы заботитесь о детях своих, когда ведете. Он не успел зайти и уже падает, стоит прямо. Я тебе говорю, мама, ну ты знаешь, о ком говорю. Ты не думай, что твои дети безразличные. Это наши дети. Вот это касается общины. Повторяю, ни канал, ни мой мир, ни одноклассники, никто не отвечает, кроме того, кем они открыты и кто за это ответственный. Так что снимите это с себя. За ресурсы отвечаю только я. Ни администрация, кто оплачивает, они не отвечают. Перед властями. Перед властями ответственен только я. Помолитесь. Мне так непросто бывает. Я иной ролик держу год. Недавно у нас была свадьба. И член нашей общины. И наши сестры там были. И все засняли. И мне пригласительное. Ну, близкие-близкие люди наши. Приглашение. Я говорю, я приеду не один, с Володей, и мы там заснимем. Долго молчали, а потом нет. Вы сейчас снимете, мы только еще наладили знакомство друг с другом, как бы не разрушились соблазном. А какой, тоже на свадьбе уже будет, все. Да. Я даю свой вот этот аппарат, человек туда поехал, и я дал отцу невесты, я говорю, ты все запиши. Все официально, он там записывает, я не вижу. Наш батюшка венчает там, в храме, там, в другом городе. Все как надо. И теперь мать дома просматривает все, она, ролики маленькие бывают, их надо соединять. Она говорит, вот это такой, такой номер 5, который не надо. Не надо, их сразу выкинул и все. Все остальное одобрили родители. Я все, когда просмотрел, у меня жена просит посмотреть, я даже ей не дал. Так, брат Николай, так что я очень хорошо фильтрую. Свадьбу, бракосочетание, совершенное нашим отцом Акимом, и там все эти наши вот общинники были-то, я по сегодняшний день ее не могу выставить. Не могу. Полное разрешение я не могу. Мне звонят из другой области батюшки. Батюшка говорит, а что не выставляешь? Батюшка, не спрашивай. Батюшка, ну ладно, ладно, не говори, он понимает. Понятно? Я видел фотографии. Я не могу выставить то, что официально они уже где-то выставляют. Но это касается то, что идет отсюда, это значит, в вашей общине были люди. Я берегу люди, которые в общине. Вы даже не знаете. Вот здесь касается. По сегодняшний день я иногда на охота выставить. Ну, красиво все, я одет и, ну, не могу. У нас были здесь беседы некоторые. И задействована была одна душа несовершеннолетняя в то время. Теперь она совершеннолетняя. И фактически очень полезные ролики. Очень и очень. И я по сегодняшний день спрашиваю разрешение у них. По сегодняшний день. И у отца, и у дочки. Разрешите или нет? Еще подождать. Я его не выставляю. Так что показываю. Контроль очень строгий. Не просто так. И это уже прошло, наверное, лет 5. Я 5 лет помаленьку подхожу и никак. Почему? Тут несовершеннолетний замешан. А родители, они властны были дать разрешение. Ну, там связано еще один из них, может быть, и неверующий. Так что я не оправдываюсь, но говорю, что я тщательно смотрю, корректирую. Цензор здесь только я. И моя совесть, и Бог. В этих книгах вот цензора не было никакого. Кроме того, что я молился, просил Бога, и цензора другого не было. Моя совесть и Бог. На эти книги, вы знаете, сколько нападок? 3 епархии назначили специально цензорские отделы, книги у них вырвали там из библиотек, и над ними сидели. Сидели люди с высшим образованием, ни одного слова не дали. 3 цензорских отдела. Кузбасская, Кемеровская, Тульская. Дальше. Все это идет в монастырь Одесса. И там, оттуда мне человек звонит, там профессор, кто задействован.
Молчок. Теперь отсылает Киево-Печерскую лавру. Центр. Проходит 3 года, 4. Ни звука. А всего-то 15 лет прошло. Ни одного слова патриархия нигде не сказала. А я такие слова здесь говорил. То некоторые читали и говорили, да вы же патриарха так осуждали, а сейчас за него горой стоите. Поясняю, я не осуждал. Я разбирал его выступление, он отвечал на вопросы, я показал, что ответ дан неправильно. Я имею это право сказать. Потому что соблазн от их слов, когда они говорят. Я их разбираю. И у меня 60 вопросов, только 6 правильно. А 34 ответа дает неправильно. Теперь говорят, да это надо какие знания было иметь, что патриарх отвечает, и вы... А я провожу, даю ответ, почему неправильно. Ссылаюсь на книги, на священное писание, на соборы и историю нашей страны. Неправы. Тогда он был этот патриарх митрополитом, ну, калининградским, смоленским. А патриарх Алексей II точно так же, 6 вопросов. Старообрядческий митрополит точно так же, 60 вопросов, примерно 6 только правильные. Почему никто это не разбирает-то? Вот где соблазн-то. Здесь соблазна нет, когда мы разговариваем. Соблазн в том, что сделал человек. Приходит Нафан и обличает Давида. Ну, в виде притчи. Вот было овечек много, не заколол. Пришел гость, он взял, та овечка на груди у него спала, заколол и накормил. Давид как взыграл? Смерть ему. Это ты. Вот попятился. Так, у тебя сколько же он? 10. У него одна была, у Юрия Хитиянина. Он охранял тебя, он в городе. Ты сказал, брось его, когда вступление, чтобы убили его. Это ты. Нигде в Писании не сказано, что не надо опубликовать было. И Давид, мы понимаем, у него говорит, постель мою обращаюсь слезами. И он выбил из него такой псалом, который из 150, самый популярный, 3600 лет во всей мировой литературной поэтической практике. Самый сильный 50-й псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей! Не пришел бы, не обличил, ничего не было!» Соблазн подал данный из этого соблазна, уже миллионы людей пришли к покаянию. Вот то, что сделал Сергей, это еще впереди будет работать. Кроме того, что он сказал дважды там слова такие, это, ну ты знаешь, когда говорил там. Ну ничего не сделаешь, как есть, пусть видят, какие мы есть. И при том эти слова как раз и вырвали из него это покаяние. Вот в чем дело-то. Я сказал, какими словами пользуется Священное Писание. С кем оно нас сравнивает. Сегодня, если сказать кому-то, ну что ж я сделал плохого? Кто любит мир, в том нет любви у отчи. Ты же знаешь это. Нет только там любовь к миру, прикрытая чем-то. А это полностью страдает сегодня вся церковь и все секты в этом. Мне это определение. Верхняя пуговица расстегнут, я уже знаю, близких масонам. Галстук есть, это одно и то же. Два положения. Они этого не знают, не видят. Баптисты других кто организовал? Масоны. Кто об этом кричит, видит? А я говорю, так это соблазн. Вы братьев раздеваете? Нет. Церковь раздеваете? Это вы ее раздеваете. Вы грехами своими. А мы не хотим это держать закрыто. Мы говорим, вот так. Семинаристы. У них преподаватель. Но он монах. И он что? Мужеложник. И он теперь пятерку поставит, переспи с ним студент. Семинарист. И они тогда пожаловались, и вышло все это на Андрея Кураева. Дай Бог ему здоровья. Он это опубликовал, по патриархии со всей силой ударил. Как они засуетились сразу. Он говорит, не один здесь. Начинает называть, которые были там. Они готовы его на мелкое раздробить. И все это в интернете выставлено. Да, соблазн. Скрывать не надо. Дело поднято. Но он сделал такое, того убрали. А теперь они уже, говорит, обожглись и уже охраняли себя. А это свирепствует буквально. Католические целебатники, у них принимают священники, только не женатых, обнаружилось столько зла, чтобы их выкупить, они продавали храмы. Храмы продавали. И заплатили 2 миллиарда долларов, чтобы спасти мужеложников. Это что? Не... На кого-то спасение этим? Нет. Вот где соблазн-то. А Сергей Павлович, соблазн тут, если даже и есть какой-то, для тех, которые сидят, ничего не делают, привыкли, по головке гладят. А Библия – это гром. Библия – это молнии. Это все абсолютно в Библии. Слово не подобно ли мечу и молоту, разбивающему скалу? Он сумел поднять. И он сидит, считает заповеди, говорит. Василий Николаевич. Никто бы не знал, что это Ваську зовут Василий Николаевич. А заметьте, к царю, когда приходили, там всегда говорили, кто? Не Трифон пришел, а Тришка.
если Николай, то Колькой должен назваться. Уничижительно в самом названии было, ничего в этом нет. Василий Николаевич, и он, смотри, как преобразился. Если не голова, то не крючком. Из монашества выходит. Да, да. Так, еще немножко только скажу, что к нам это относится. Новые ереси появляются. И вот узел взгляда на истину написано, и Христос зашел, сказал ученикам. И вот беседа этот человек, назову его Кузнецов Дмитрий, я его знал, он очень к нему близко, вот эта женщина у нас была с 6 ребятишками, она, он там помогал ей. И вот он с Петром Михалевым, со священником беседует. На каждом шагу прерывает. Прервал он, примерно его, когда они беседовали, 400 раз. А священник, я говорю, да что он повидло сидит-то? Ну, может, маленько-то хотя бы укоронить. Нет, он. И он выжимается, то другое, бесноватый. Он Богомать матерился всегда, бес в него в это время вошел. Он сознался, где есть. Но теперь он не понимает. Запомните, Кузнецов Дмитрий. Я не говорю, какой он, когда, но сегодня. Он на меня выходил, не раз мы беседовали. И он что? А где про священство сказано? Ну, написано вот, говорит, ты сказал ученикам, но не апостолу. Ну, апостолы это ученики. Нет, написано ученикам. Вот узость взгляда какая. Ну, каждый раз. Но блаженные нищие духом, их есть Царство Небесное. Нищий духом, и уже царство готово, да все остальное по боку, и добрые дела. Ну, нельзя так узко понимать-то, к этому стиху-то и другие приложить надо. Никак. И он беседует с ним, и священник, видно, вошел, да уже не рад никак. А тот долбит и давит свое, это православие никакое, он потерял церковь, ничего нету, не причащается. Он никто, он еретик. Бесноватый еретик. С ним беседовать не о чем. Повторяю, около, мы так приблизительно прикинули по первым минутам, около 400 раз прервал только священника. А надо беседовать, сразу сказать. Порядок такой, есть шахматные часы. Нажал, твое время идет, ты нажал. И вот так они играют часы перед каждым. Включается, выключается. С ними беседовать, договорились, кто-то должен сидеть. Смотри, по времени, как поднял руку, ты на полслове должен оборвать. 2 минуты, 2 минуты. Если он трижды прервал кого-то, встрял в эти 3 минуты другой, все, победа не тебе принадлежит. Встреча закрыта. Ничего этого не было. Надо поставить условия. На будущее вам, который не имеет этого ничего. О потеряевских делах батюшка расскажет. Господь говорит, я стою у двери и стучу. А почему он стучит? Почему сам не отворяет? Знаете, как бревна в 5 пятером пробили, дверь зашел, и стучу, 2000 лет все стучит. 3:20, откровение Иоанна Богослова. Почему он стоит-то у дверей-то? И стучит. Художник нарисовал, снаружи даже ручку не нарисовал. Он говорит, потому я не нарисовал, что оно изнутри открывается. Ты понял? И он стучит. Вот сегодня Господь тоже стучит кое-кому сердце. Вы знаете, сколько мне приходится переживать за ролики? Повторяю, сегодня, на сегодняшний день примерно мне пришлось заблокировать 4000 матершинников других. А вы даже не знаете, как могут ругаться. Некоторые говорят, а вот вы говорили только когда против церкви Христа, там тогда заблокировали. Он не против церкви Христа. Он говорит такую мерзость, ну, к тебе в дом через... Он говорит, твою мать только выкопать из могилы, я воправился в ее рот. Ну что, я должен держать его? Вы же не знаете этого. Я каждый день этим занимаюсь. Сейчас, сегодня я встал 5 минут 1. 5 минут 1. И вот на 2 часа чисто проходит, только утром почту разбираю. Вы не знаете, какие результаты будут, а соблазн. Стерпим, проглотим, переможем. Сергею Павловичу наказ никогда... Теми словами не пользуются. Но ты именно этими словами, закрой уши, ты заслужил, может быть, похвалу, что сумел это Василия Николаевича стронуть с места. Его нельзя было ничем, никто бы его не стронул. Он прямо ему назвал вещи своими именами. И он пошел на исповедь. Я даже, все серьезно, да, серьезно загнал. Был на исповеди? Был. Ну, посмотри на него. Как, тебе не во вред это? На пользу. На пользу, говорит. Но теперь ты понимаешь, батюшка назначит какую эпитимью, что ты должен снести и все время молиться. Не я тебя туда подбила, Сергей Павлович. Будет трудно тебе, холодно, ты сразу только звони, скажи, телефоны мои ты возьми. Да холодно, не проблема. Я посмотрел у него к истинному православию. Ты их покупал? Покупал.
Я ни у кого не видел даже два экземпляра, а у него восемь. Я говорю, зачем? А я, когда буду говорить, подарить. Но книжка 500 рублей стоит. Посмотри, на что идет, не имея денег-то. Он, ой-ой-ой. Василий Николаевич купил пять книг, и теперь где там он говорит, он им дарит, ну, Новый Завет подарит, там он сейчас или Евангелие. Но это книга. Это такие деньги. И он 8 штук у себя накопил. Теперь хоть у него покупай, у меня-то... Вот понимаете, какое еще качество у человека выявляется. И через это может Господь его начать вытаскивать. Он видит людей, нуждающихся в этом. Оценил книгу, ты оценил, сколько в ней там? Зачем ты ее покупал-то? Да он ее не читал. Ну, 8-то, зачем тебе экземпляр? 8-5. Что он говорит? Ну, дарить, дарить. На подарок. Дарить. На подарок. И мы тебе красный дадим Евангелие, которое мы оплатили, они дешевые. По благословению патриарха Кирилла. Так. Ну, почти все я сказал, только чтобы... Вот многие лето поете. Послушайте. Многое лето. У нас за здравие молятся только за тех, которых знают. И за упокой также. И это правильно. Многое лето у нас поется только тем, которые в общине и знаем. И это правильно. Человек приносит плоды, возраст приходит, мудрости набираются, борода вырастает у него. Ну, все это по старость идет. Это хорошо. Но ведь в мире-то как поют многое лето в храме? Это любой. Закажи. А ему не надо многое лето. Он уже всем здесь, как говорится, надоел и обрыдлил. Столько зла человек сделал. И зачем ему многое лето? Он этими неправильно распорядился. И все ждут, да когда же сдохнет эта скотина? Поэтому многое лета, будьте осторожны. Петь только тем, которые верующие, которые примирились с Богом, и теперь, чтобы с годами эту мудрость он дальше и дальше распространял. Вот что я хотел сказать. Спасибо, Христос. Галя. У меня есть вопрос к Сергею Павловичу. Ты, пожалуйста, Сергей, поясни нам по работе, вот это, по Библии ты ведешь по толкованию занятия. Как вот? Ты Игнатий Тихонович, вы приглашаете нас всех. Сергей подходил ко мне, лично приглашал. Я пришла. Одно занятие побыла, потом Сергей удаляет. Я не знаю почему, попытаюсь вот объяснить. Сейчас снова. Я пишу, Сереж, ты, наверное, меня как-то нечаянно удалил. Я жду звонка, он делает звонок, я получаю, захожу, если я имею возможность, не за рулем. Тут звонка нет, я ему лично пишу, занятий сегодня не будет. Он потом, видимо, добавляет или как, и у меня есть доступ, вход туда. Поэтому поясните, как это происходит. Это один раз было? Сейчас я снова не имею доступа, это уже второй раз. Ну, конечно, вопрос к нему, но надо по времени знать, когда занятие уже начинается. В это время я слышу, там пикают люди. А у него уже там набралось 20 человек, ему надо, он ведет занятие, считать, и того человека не просто нажать, а надо там какие-то процедуры делать-то, чтобы не было этого. Нет, было так, что Сергей звонит группе, правильно я понимаю? Звонит, приходит звонок каждому, кто есть в группе. Да. Раньше он приходил. Сейчас вот уже второй раз Сережа, видимо, удалил по каким-то причинам. Я вроде не хулиганила там, чтобы меня там в черный список. Заплати. Я поясню. Да, поясни, пожалуйста. Я уже всем пояснял раньше, кто раньше ходил. Я могу звонить группе не больше, если группа 24 человека. Если группа больше 24 человек, то есть я людей, которые не в сети, там значок есть, если он в сети, вот, даже если все будут в сети, я их, например, 40 человек, я до 24 всех удаляю, звоню 24 одновременно одной кнопочкой, а потом, я же не сразу занятие, а потом тех, которые я удалил и которые в сети, я добавляю уже поименно. То есть это... ну, для удобства. Раньше я каждому звонил, это было очень долго. А сейчас программа рассчитана, что я могу сразу позвонить 24. Но если ты, например, была на том занятии, а потом смотрю, ты не в сети, то ли ты будешь на этих занятиях, то ли не будешь. Я тебя удалю, но я знаю, ты мне напишешь, я тебя тут же подключу, если ты в сети появишься. То есть у меня есть такая возможность, то есть это по техническим причинам. И многих, которых я удаляю, они говорят, я вроде не проказничала, ничего. И да, я удаляю там еретиков, которые там хулят церковь, хулят там наши занятия. Я их сначала их предупреждаю, потом, если они не слушаются,
перебивают, я их удаляю не по техническим причинам, а по причинам, чтобы они не заразили своим ядом других. Я так удалил и Свата, и Романа Малыша удалил, и многих там, и всяких других. Но всем всегда говорю, перед занятиями пишите готов. Если такой человек готов, я его в любом случае подключу. Вот. Если ты в группе уже, в чате, то тебе можно и не надо писать готов. То есть, ну, человек, который знает, даже он постоянно в группе, я никогда его не отключаю, он всегда мне пишет готов. Сереж, ну я так поняла, вот ты сейчас меня исключил, у меня нет возможности даже написать готов в чате. Да, или я, лично писать. Да, готов. Я когда исключал, там же есть еще видеосвязь, вот, есть еще чат. Да, я когда исключаю, то есть вы в чате можете общаться не только вот в эти дни, но и в течение недели. Да, и если вы в чате, то тогда ты мне скажи, я тебя не буду тогда исключать, если ты хочешь общаться в чате. Вот. А так, ну... И я еще исключаю своих, потому что свои мне напишут, подключи меня. А других я исключаю, он постеснялся. И как бы мне надо кого-то, понимаешь, до 24 сократить, хоть кого-то. Я поэтому я своих сокращаю, потому что я знаю, что я их подключу. А если я чужого исключу, он не напишет, он вообще пропадет. А я не могу не исключать, потому что каждому звонить как бы... Понятно, спасибо. Нужно? Да, брат, я хотел сказать, что это... Я уже попал в это, в немилость. Меня там не было, пока я туда-сюда... Вышел, а он говорит, я, говорит, не имею возможности, уже, говорит, трое в очереди стоят, то есть я четвертый, то есть 28-й у меня попал только. Да. Поэтому я вот это, что вопрос-то задал такой вот. Раз а нельзя до 40 расширить какую-то комбинацию из трех пальцев? Ну это надо, я не знаю. Можно я скажу, есть же конференц-комната, интернет-зал, конференц-зал, вот конференц-комната называется. Там просто по ссылке заходишь. Там, я не знаю сколько, но гораздо больше людей. И тут же есть чатик, они могут тут же чатиться. Любой, кто маленько не чайник, любой может к нашей группе, она открытая, любой может присоединиться. Вы когда в этих чатах... Я тебе про конференц-комнату говорю, что количество там больше. Изначально другой формат взять. Другой формат взять конференц-зал. Раз уже такое дело, что, как говорится, свои не влазят. Да. Хвостик даже не помещаться. Ты узнай, пожалуйста, в интернете, есть конференц-комнаты, что это стоит? Игнатий, на вырос, короче, так, рубашку. Тихо, Игнатий. Уже не владеет. Так, коротко напомню, еще раз, чтобы запомнили. Община никакого отношения не имеет к нашим ресурсам. Когда по лагерю позапрошлом году, в 17-м был спор, там, то благодарение Богу, что у нас есть такой свой юрист, и он легко доказал, что община возникла где-то на 17 лет позже лагеря, и поэтому... Община не могла лагерь создавать, ее просто не было. Поэтому если это община, то на награда, то есть штраф и прочее, 1,5–2 миллиона. А если я только я один виноват, больше 10 тысяч нету. И в этом плане. Да и это действительно так, никто ничего не делал, и никак нет. Все на мне, потому что больше не повторяли, что сайт принадлежит общине. Не принадлежит, ни одного дня не принадлежал. К этому нашей группе, которая работает, эти люди здесь стоят, я всем благодарен. Они смотрят. Только тоже помогайте следить этих, которые пакости говорят. Угу. Все высказались? Закругляемся. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, ты, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии.
Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебя хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Песнопение, трапеза, занятие. Оставайтесь, дорогие сестры и братья.